Понька. Знаете, я бы всю игру просидела в этом домике, чтобы нас никто не трогал. В прошлой серии на нас тут нападали ужасные монстры, страшная семейка людоедов была. В общем, всякие кошмары в Creepy Tale 2. Друзья мои, всем привет. Бабочка, свали отсюда, ты меня напрягаешь. Ты меня очень сильно напрягаешь. Ты вылетела из страшного монстра, мы тут на девочку напали. Это было жутко. Это было действительно жутко. Маленькая принцесса. Вот я и нашел тебя. Мои руки в крови опять. Был ли шанс спасти тебя? Вот это неприятно. Элли в опасности. Если девочки охотятся в лесу, они и сами могут стать жертвой. Я должен спешить. Ребята, вот это, блин, неприятно. Спасибо тебе, мальчик. Я не хотел, это безумие. Главное, мы живы. Папа, поймать меня пытаются уже не первый раз в нашем лесу. Теперь господствует закон джунглей. Либо ты, либо тебя. Больше они не станут. Не застанут? Я не расплох? Что думаешь насчет капканов? Думаю, теперь им лучше не соваться сюда. Хорошо. Хорошо. Точнее, не очень хорошо. Это все грустно, печально, обидно. Я не думала, что до такого дойдет. Пойдем отсюда. Что будет ждать нас дальше, я не знаю. Я надеюсь, что мы спасем нашу сестру. О, такую лодку мы с вами видели. Странная лодка, и весел нет. Ну, ничего страшного. В смысле, а где мне тебе весла взять? Что, могу тут это самое из воздуха придумать? Подожди, а это что? Это нельзя брать. Мне нужно перебраться через речку. Это твоя лодка? Лодка? Не-не-не-не-не. Она принадлежит реке. Как же переплыть на другой берег? Там нет весел. Лодка, как и сама речка. А, заколдованные. А чтобы переплывать, ты должен принести что-нибудь в дар. Девочку. Ребят, по-моему, с каждой серии просто игра становится криповей, криповей. Вот действительно крипи. Криповая Тейла. Криповей. Вот просто такая вот криповая Тейла. Самая настоящая. Представляете, мы сейчас несем труп девочки. Отдаем в дар реке. Может быть, правда, река сможет ее оживить, я не знаю. Но я всегда надеюсь на хэппи-энд. Уже не надеюсь. Просто ужасно. Видите, засветилось все, мы можем плыть. Такое ощущение, что мы... Помните, мы проходили с вами Lucid Dreams, что-то похожее было в игре. Куда мы сейчас приплывем? Я ничего не могу пока что делать. У нас остался только кинжал. И в принципе больше ничего нет. Мне кажется, мы плывем на остров этого монстра. Знаете, так издалека на Хогвартс вообще похоже. Такая вот жуткая его версия. Может, нам сюда не надо было? Мне тут как-то не очень нравится. Какой кошмар. Это где мы с вами? Куда мы с вами приплыли? Не знаю. Надо спасать сестру, поэтому давай. Сеструндель в тебя верит. Пойдем. Здрасте. Привет. Может, не надо звонить? Звонок. Я не хочу о себе оповещать. Рад приветствовать, странник, в моей скромной обиде. А, фу. Полагаю, вы сильно устали с дороги и желаете отдохнуть. Прошу за мной. Нет! Хватит, я наотдыхался. Спасибо, вы очень добры, но я сильно спешу. Прошу простить за мое любопытство, но позволите узнать, куда вы так торопитесь? Я должен найти пещеру и спасти мою сестренку. Злой дух захватил ее разум. Полагаю, вы ищете пещеру, расположенную на Кровавом острове по соседству с нашим. Вы знаете, где это? Прошу, укажите мне путь. Только отчаянный искатель смерти отправится в этом направлении. Путь туда не близкий. К тому же спокойная река сменяется нечистотами, кишащими нечистью.
Буду рад помочь. Боюсь только, что преодолеть такое плавание вы сможете лишь после здорового и крепкого сна. Нас опять захотят приготовить, наверное. Отдохните, юноша. А после этого мы снарядим вас всем необходимым и отправим на наши лучшие лодки. Люди так редко приплывают к нам на остров, и мы буквально нуждаемся в вашем обществе. Проявите милосердие, проведите с нами несколько часов. Думаю, мне и правда стоит отдохнуть. Спасибо. Прошу, следуйте за мной. Лучшую комнату. Знаете, когда начинается такое гостеприимство, мне кажется, что за ним что-то плохое пойдет. Располагайтесь, я велю подготовить лодку. Еще раз спасибо. Отдохну немножко и в путь. Как пожелаете, отдыхайте, юноша. Крепких снов. Но судя по количеству всяких символов и загадок, скорее всего, сейчас будут символы и загадки. Что и требовалось доказать. Что нам сейчас тут будут, знаете, доказывать, что да, никуда не плывите, оставайтесь здесь. Мы сейчас, наверное, в мир каких-то кошмаров попадем. Ну ладно. Ребята, я же говорила, что мы в мир кошмаров попадем. Куда нам идти? Скорее всего, нам потом скажут, что вы долго не отдыхали. Поэтому попали в такое место. Что это? А надо ли было так делать? Что у меня есть? Ничего. Я так понимаю, что мы должны искать вот эти вот пульсирующие штуки. Давай. Будем разрушать их. Если, конечно, они нас интересуют. Так, туда не пойду. Пойдем сюда. Красное, красное. Где красное свечение? Что-то оно все пропало. Слушайте, мне кажется, мы... Вот. Блин. Держись давай. А сюда мне не надо. Слушайте, по-моему, мы по кругу пошли. Вот она. Вот эти прыщи. Давим прыщи в Creepy Tail. Ну, по-другому никак это не назвать. Идем. Так, аккуратно, давай. Ага, так у нас, получается, еще отведено какое-то определенное время. Или мы к ним не должны подходить? Подождите, пока не очень понятно. Либо нам не надо подходить к вот этим лицам. Пойдем сюда. Давайте внимательно следить. Разрушай. Может быть, как... Так, от лица уходим. Якобы за нами следят, да? Я не знаю, сколько штук надо тут давить. Так, вот. Вниз. Мне не очень нравится в темноту идти. Вот. Давай, дави. Вниз. Так, идем наверх. Блин! Куда мне надо? Во. Опять свечение. Понимаете, тут он нас вообще застал врасплох. Когда меня отсюда выпустят, скажите, пожалуйста. Все? Странное место. Мы справились с монстром. О, свет! Озарил. Давай, выходим отсюда. Сваливаем из этих кошмар. Вот это нехорошо, ребята. Прям совсем нехорошо. Такое ощущение, что кто-то сюда пришел злой и плохой. Что мы будем с тобой делать? Здесь брать нечего. Выходим. Так, тут что-то можно... Подожди, а где я? А, это переключатель вверх-вниз. То есть мы тут с вами еще сейчас направление будем искать. Привет. Мальчик, ты заблудился? Уже поздно, я вижу, что ты... А, притомился, иди отдохни. То есть нам на них нельзя натыкаться, понятно. Но нам нужно с вами понять вообще, куда нужно. Нам нужно с вами сейчас как-то здесь везде пробежать. Первое, что я хочу попробовать сделать, это выманить вот этого вот... товарищи, поэтому давайте идем вниз. Идем сюда, и нам теперь надо на X попасть.
Идем вот сюда. Вот, он ушел как раз. Пойдем, пока не смотрит. Тут наверняка что-то есть интересное. Так, мы что-то забрали. Беги, я тебя умоляю. Умоляю, беги! Тихо. А теперь нам нужно, чтобы этот прошел налево. Мы тогда сможем снова переключиться, потому что, если что, мы вернемся туда, нас опять поймают. О, ребята, не люблю вот эти вот прохождения по таймингу, когда нужно бегом. Что мы вообще забрали? Что мы вообще взяли с тобой? Давай посмотрим. Мы взяли что-то... Нет. Заходи, пожалуйста, не надо туда-сюда бегать. Я же уже нервничать начинаю, переключи, пожалуйста. Короче, мы что-то типа ножика или какой-то отвертки взяли. Я так понимаю, что можно будет использовать на вот этой вот фиолетовой шняге. Я не знаю, вставила это в ролик или нет. В общем, короче, он подходит к этому камню и говорит, я не могу его взять. Так все неудобно. В общем, давайте проверим. Фух, могу? Да. Все. Тут теперь темно, и что дальше? И что это мне дает? Куда я могу это использовать? Мне нужно, смотрите. Сюда мне уже не нужно. Мне нужно, конечно же, наверх. Но не сюда, точнее, вот как раз мне сюда и нужно. Я вот не могу понять, зачем мы так сейчас с вами сделали. Он меня теоретически не будет видеть, что ли? Я решила побежать вниз. Мне кажется, что мы еще в левой части здесь не были. Не смотри на меня! Что здесь? О, мы прошли. Опа! Я же говорила, что тут есть что-то полезное. Давай, крути. Что мы перекрутили? А, вон мы проход открыли. Упс. Можно я пройду? А мне сюда и не надо. Я так понимаю, что мне надо обратно возвращаться. Но мне сейчас загребут, 100%. Смотрите. Значит, короче. Мы с вами открыли туда проход. У меня есть одна сфера, а там, скорее всего, две сферы нужны будут, да? Да? Он меня сейчас запалит, правильно? Нет? А мы сейчас с вами хитро сделаем. Мне нужно будет сейчас пробежать мимо него. Мы сейчас тут спрячемся. Мне нужно будет пробежать в правую часть. Я уже просто по ролику листала, где у нас какая получается дверца. Зря. Так, вот нам нужно в правую часть. Но мне надо не в Z-ку, мне нужно в другое место. Бежим. А я не могу туда? Я не могу туда пройти. Почему? А почему я туда не могу пройти? Слушай, а может быть... А может быть как раз вот это мне надо? Слушай, я не знаю, что мне откро... Но это единственный рычаг, который мне может понадобиться. Я не уверена, что мне он нужен. Слушай, я могла ошибиться. Тут ничего не нажимается. Так, у нас там какой-то немного странный символ, правильно? Значит, в круг мне больше не нужен. Давай двигаться дальше. Z нас возвращает вот сюда, вот видите? Вот нам сюда нужно, и я так понимаю, что здесь надо ставить сферу. Есть. Сферу номер один мы вставили. Тут у нас теперь тьма. Слушай, я могу сюда? Да. Я могу сюда пройти. А зачем? А вон еще одна сфера! Ребята, там еще одна сфера. Как мне от этого избавиться-то? Давай, сваливай. Сваливай. Слушайте, я вот... С одной стороны, люблю подобные игры, а с другой стороны, вот это когда надо бегом. Да я понимаю. Используй, давай. Все, нас запалили. Ну и мы забрали сферу. Здрасте. Блин, это что за... А как мы заново-то? Или это как бы не заново, или это нас просто отправляют? Скажите, что просто отправили. Я уже просто устала здесь бегать, ребят. Я уже не знаю, который час я здесь... Покажи. О, есть. Я уже не знаю, который час я здесь бегаю. Есть! Слушайте, я успела пробежать? Я красавец! Все? Мне больше ничего не надо. Пошли сюда. И куда меня... Вау. Куда это меня перенесло? А мне сюда вообще надо? Ой, зря! Мой дорогой гость, вам не спится? Пойдемте, я провожу вас. Погодите, что-то непонятно. То есть мне там ничего нажимать нельзя. Я просто в противном случае вообще выйти оттуда. Мне надо, наверное, будет сейчас тихонько. Пробежимся, ребят. А раз мы с вами можем там прятаться за колоннами, а давайте попробуем еще раз спрятаться за колонной. Давай посмотрим. Нажмем. Смотри. Вот тут спрячемся. Меня никто не видит. Что это мне даст, правда, я не очень понимаю. Вот что мне даст.
ключ. Ключ, наверное... Что ты там делаешь? Сядь на место, пожалуйста. Меня здесь нет, я колонна, я притворяюсь колонной. Все, закрывай глазки. Баю, баюшки, баю. Сейчас использую ключ, я... Ну, вываливай. Ся, подожди. Три. Что это мне дает? Как обычно, крутила эту штуковину. И что-то загорелось зеленым. Ребят, по-моему, код 746 или 846. В общем, понажимала. И я так понимаю, что теперь вот эта вот штука работает, да? А скорее всего, код где-то здесь был. Просто я его не заметила. О! Working! Мы починили лифт, ребят! Ну мы с вами чиняхи. Мы с вами няхи-чиняхи. Что? Мне сюда надо? Ага, мы... Не звони в звонок. Вот моя лодка. Извините, я лучше поеду. Мистер Филин, до свидания. Вау. Быстро. Вообще, знаете, конечно, вот в таких историях ужасно не люблю вот эти вот резкие побеги, потому что, ну, не очень красиво получается. Как бы нам помогли... Зачем мне фонарь? О, сейчас ко мне монстры будут плыть. Ага. Ребята, вот это плохо. Проваливай. Во. Воу. А что нам делать? Ребята, а как мы со всеми справимся-то? Я же его пугаю. А, вот, мы должны просто фонарь подносить к нему. Ну, лезь, давай, лезь. Все, проваливай. Обожгли мы тебя. Так, а ну проваливай отсюда, сказала. Стремно. Нам же сказали, что тут у нас нечисть всякая и прочая дрянь. Ах, как все плохо-то. Все? Получил? Ты получил. Так, этих двоих сейчас. Все, отлично. Одного, второго. Вот этих двоих. Ну-ну-ну-ну-ну. Проваливаем. Все, кыш отсюда. Сколько их тут будет еще? Их немного ли? А у меня нет больше ничего. Мы нож потеряли. Так, ну давай, кто у нас первый? Есть. Мне кажется, кто-то нас может утащить. Хотя я надеюсь, что нет. Ну это ж как бы слуги этого. Есть. А ну пошел отсюда, пошел отсюда, говорю. И ты пошел отсюда. Прожигаем их, прожигаем. Все, и вот этого. Щупальца свои убери. Справились? Да, вроде бы музыка стала спокойной. Но меня смущает, что мы не движемся, ребят. Вообще. Я ничего не могу сделать. У нас нет ни весел, ничего. Нам же сказали, что река сама должна плыть. Так, кыш отсюда. Кыш. Пошел отсюда. Есть. Ребят, я все, боюсь, что капец нам. Смотрите, как их много. Да ладно, а сколько же нам волн надо было пережить? Я вроде бы справилась. Ребята, я справилась. Да ладно, их так было много под конец, но я смогла. Я молодец. Глава третья. Источник. Я так понимаю, что мы приплыли. Ребят, я, знаете, поначалу думала, что все будет немножко просто пугающе. Заговариваюсь уже. Страшилка детская, ми-ми-ми, ля-ля-ля. А тут получается, что ладошки потеют, геймпад пропотел. Главное, чтобы батарейка не села. То у меня геймпад садился. И я так понимаю, что он, знаете, сам намекает. Давайте справимся, давайте пройдем ее. Влазь давай, мы должны спасти твою сестру. Мы не спасли принцессу, но мы спасем сестру. Мы должны справиться. Мы с вами молодцы. Ты молодец, Ларс. Ларс живо зовут. Я надеюсь. Что это такое? Дайте мне сюда. Я что-то пособирала? Нет, я просто потушу. Два. Один. Не...
Понятное что-то происходит. Я туда можно не пойду? Скорее всего, тут должен быть какой-то шифр. Сейчас можно, конечно... Ну, вот я вот вроде бы наугад понажимала. Ребят, техника наугад работает просто... Неужели это та пещера, про которую говорил братец домовой? Походу, способ наугад. Пройдешь любую игру. Не только игру. Еще можно способ есть пальцем в небо. Или и так сойдет. Так, котята мяукают, я надеюсь. Там, может быть, котики. Будет смешно, если на самом деле этот злой дух, знаете, реально какой-нибудь пушистый котик. Может, я зря свет потушила? Мне тут не нравится, я вам говорила. Плохое место. Очередная корона, да? Здравствуй, Ларс. Зачем же было убегать? Наши края — опасное место для прогулок. Леса и реки кишат безжалостными тварями. Безжалостное существо — здесь ты. Для одних я зло, а для других — спасение. Со временем ты все поймешь. Я ни секунды не сомневалась в твоих способностях. Если ты сбежал, то лишь для того, чтобы прийти ко мне в гости лично. Добро пожаловать в мою обитель, Ларс. Ты сильно возмужал. Местное население наградило тебя благородной сединой. Хватит заговаривать мне зубы! Где Элли? Отпусти ее немедленно! Элли в безопасности. Пещера закрыта от нежеланных гостей. Понятно. Ты уже здесь, а мы тебя везде ищем. Не бойся, иди к нам. До свидания, я пошел! Плохо дело. Сердцебиение, да? Слушайте, этот монстр прям жесть какая-то. Меня тут нет. Покусики. Сваливай. Я ничем не пахну, мне не страшно. Вот не надо. Так, она свалила. Мне надо... Что за чертовщина? Зачем ей? Ради какого ритуала они так жаждут меня заполучить? Может быть, Элли где-то здесь совсем рядом? Я должен осмотреть остров. Да фигня вопрос. Пойдем осмотрим. Да, нам же больше делать нечего. Только будем острова осматривать. Но остров жуткий. Помню, в Майнкрафте мы находили похожие локации. Опять, ребят. Опять вот этот колодец. Ну, хорошо, что тут хоть эхо есть. Давай двигаться. Опять какой-то дуэль. Надеюсь, что не каннибалов. Там кто-то сидит. О, загадочки. Не знаю, что здесь убирать, пока ничего не буду. Ребята, он мертв? Он не спит, просто бездействует. Без бабочки это лишь жуткая тряпичная кукла. Угу. Я помню этих бабочек в первой части. Слушай, я... Меня смущает, как она его гладит. Туда не пойду. А какой мне тут пароль подобрать? Солнышко. Может быть, солнышки должны быть здесь? Ну, когда одно движется, то и другое движется. Так. А может, ключики, слушайте? Вот оно как. Погоди-ка. Я опять угадала! Ребята, это как так происходит? То есть три ключика и бабочка. Бабочка, бабочка там должна быть. Ладно. Как много книг. Сложно аккуратно, почти везде закладки. Сказки из ларца? Я знаю эту книгу. Мама читала мне ее в детстве. Так. Это что? Ножик. Хотя бы у нас ножик теперь есть. Очередное отродье на службе зла. Мне так нравится, как они... Так, тихо. Бедняга. Паразит пожирает его изнутри. Так, сейчас будем... Сейчас освобожу. Освободю тебя. Все, раз. Два-с. Ребята...
Твою ж налево! Видимо, я сорвал созревший плод. Так вот, значит, как рождаются на свет кровожадные бабочки. Я ж думала, что мы сделаем добро. Интересно, у личинок есть уязвимости? Сейчас эта тварь сладко сидит внутри и кормится мальчиком. Но что, если поместить внутри что-нибудь острое или кислое? Хорошая идея. Ты думаешь, у меня что-то есть острое или кислое? Нет. Да мы поняли. Видимо, я сорвал. Да мы тоже это поняли. Надо у этого маленького кренделя что-то забрать. Пойдем вниз. Чайник не надо? Кажется, это самый обыкновенный черный чай. А, давайте чаем напоим. Бабочка, ты будешь чаечек? Ну-ка. Чай не подействовал, впрочем, неудивительно. То есть нам нужно найти какое-то средство. Этот делает. Так, а вот мне кажется, что мне как раз туда и надо. А может ему чай предложить? Чаечку не хочешь? Так. А давайте предложим. Давай закопаем топор войны. Попьем чай. Не? У нас с ним даже нет взаимодействий. Поэтому идея, я так понимаю, не самая блестящая. Давайте выйдем. Может сейчас бабочка, понимаете? Боюсь, что мне не надо выходить. Так. Мадемуазель. Проходите мимо. Нам надо попытаться сейчас выйти и пойти на ее место, да? Думаю, да. Выходи, давай, не боись. Не боись, приободрись. Пойдем. У нас с тобой нет другого выхода. Нам нужно с тобой сейчас идти. Не боись, я тебя сейчас буду подбадривать. Буду тебе песни петь. Подбадривательные. Ты камень хотел поднять? Бесполезно. Это логично. Так, нам нужно что-то найти. Опять мосты. Что мы взяли? Грибочки. Грибочки. Что здесь? Мост сломан. Судя по когтей намеренно. Смотрите, грибы. Мы сейчас грибной супчик, может, сварим. Вряд ли здесь нам нужно что-то положить. Хотя похоже на алтарь. Если честно. Прятаться нам негде. Но как... А может быть... Слушайте, а что нам с грибами-то делать? Давайте попробуем их совместить. Серьезно? Серьезно? Чай с грибами мы сделали? Веселящиеся грибочки. Ну давай пойдем. Напою тебя грибами я. Надеюсь, тебе понравится. Так, папочка, не летай тут мне. А повернись к нему. Подействовало? Да ладно, подействовало! Мне словно выворачивает наизнанку. Фу! Ты эту мерзость выплюни! Как ты? Тебе лучше? Возможно. Не знаю. У меня озноб сводит все мышцы. Дикие рези в желудке. Как ты оказался здесь? Что-нибудь помнишь? Страшно. Не представляю, где я сейчас, но хорошо помню ее лицо. Еще совсем юная, но с выразительной ложбинкой между бровей, словно даже во сне, эта девочка не перестает хмуриться. Она довольно долго смотрела на меня из-за дерева, после все как в тумане. Ее лицо совсем близко, она протягивает руку. Нечто холодное и страшное держит сзади моей челюсти, а девочка с милой улыбкой кладет что-то мерзкое мне на язык, после сильный щелчок и... Это удивительное воспоминание. Весь мир вокруг стал терять краски. Я не мог пошевелить глазами. Был просто зрителем, закованным в собственном теле. Все мои органы чувств отказали, осталось лишь зрение, которое медленно угасало. Я видел лес и даже речку, в то время как мои глаза все сильнее и сильнее покрывала белая пелена. Прости, я совсем забыл тебя поблагодарить. Ты убил девчонку? Нет, судя по всему, она ушла на очередную охоту. Здесь оставаться опасно. Нужно уходить. Спасибо. Не знаю, как отблагодарить тебя. Отдохну еще немножко и в путь. Ну хорошо, давайте спускаться вниз. Может быть, что-то измени. В смысле? В смысле? Что произошло? Очередное отродье на службе зла. Возможно... Ладно. Что это у нас такое? А, банки для бабочек, блин. Че, пойдем бабочку ловить? Зачем нам сейчас ловить бабочку? Мы что, в того монстра будем использовать? Ну, я бы не хотела. Он же на нас нападать бы. Хотя, теоретически, он как бы служит вот этим принцессам. Все дело в волшебной банке, или бабочка приняла меня за хозяина, поскольку первым увидела именно меня? Да я буду топовым хозяином. Пошли вниз. О,
Ох, чувствую, нам с вами, ребята, придется сейчас попотеть, чтобы сестру вернуть. Пойдем. Плохая идея. Отвечаю вам, ребят. Очень плохая идея. Надеюсь, эта громила примет меня за своего хозяина. Ну что, громила? Принимай меня за хозяина! Я лучше пойду. Я лучше побегу. Открой, пожалуйста. Я так понимаю, что для... Вот этого нам надо. Открывай! Быстро. И что? Если я теперь его хозяин, то он должен меня слушаться, правильно? Пойдем со мной. Пойдем со мной, мой хороший. В смысле? Я уже к нему привыкать начинала. Ой, мне не нравится, как у нас сейчас тут все продвигается. Оу! Это еще кто? Куда мне, ребят? А что мне надо было сделать? А куда? Наверх, наверное. Вон туда наверх надо было, вон лестница. Все поняла. Не туда. Так, смотрите. Вон тут лестница. Или дверь как-то закрыть. В смысле? А что тут дверь закрылась? А как это я так дверь закрылась не с той стороны? Кто так двери закрывает? Я должна была захлопнуть, и он, наверное, начинал долбиться. Мне так кажется. Давай проверим. Так, надо запомнить, что он не сразу бежит. Не сразу бежит. Вон, видите, дверь распахнута. Проверим мою теорию. Значит, я думаю, что надо действительно подождать, когда он выбивает эту дверь. Да что ж такое? Открывай. Быстрее. Так, закрывай. Забираем. Быстро, быстро, быстро. Что там у нас было? Быстро, 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 быстро. Спрыгивать будем. А вон, по-моему, еще один люк, да? Все. Сюда мне? Есть, открыли. Полезли. Так, дверь. Я не могу здесь дверь закрыть. Вау! Подожди, ты что творишь? Ты что сделал, монстр? Ты что, вообще обалдел? Ты в кого выстрелил? Зачем ты в нее выстрелил? Ребят, я думаю, что мы узнаем, в кого мы выстрелили уже в следующей серии. Я не знаю, сколько она будет длиться. Может, минут 5, 10, 15, 5, неважно. Но мы должны сделать перерывчик, потому что меня уже все дергает. Что будет дальше, узнаем в следующей серии. С вас лайк, подписка, до скорых встреч. Пока-пока.